И о спорте. Обжигающим морозом и веселым настроением сопровождался фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». На льду стадиона «Беломорец» состоялось грандиозное событие, организованное благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Северодвинску выпала честь открыть программу мероприятий, посвященных 70-летию отечественного хоккея. В баталиях приняли участие 48 импровизированных команд. Это был самый настоящий спортивный фестиваль с морем улыбок и позитивного настроения. Только в хоккейных баталиях приняли участие 144 любителя этой игры. Не забыли организаторы и про болельщиков. Каждому нашлось занятие по душе. Вот и папа, папа подключается. Да, именно с Северодвинска стартует марафон хоккейных фестивалей «Люблю папу, маму, хоккей». До 25 декабря он пройдет в нескольких десятках городов нашей страны, и упор делается именно на регионы. Погода сегодня нам благоволит, и это очень здорово, что неожиданный минус, он не отпугнул желающих. Многие из участников еле стояли на коньках, но все равно брали клюшку и буквально рвались на лед. Приятно было видеть и подрастающее поколение, закладывающее лихие виражи и забивающее шайбы. У нас заявилось 6 дивизионов, в каждом дивизионе по 8 команд. Состав команды, соответственно, 3 человека, либо это семейная команда папа, мама и ребенок, либо это один из родителей, двое детей, либо просто детишки втроем играют в одном дивизионе. Победителями в дивизионе «Юноша-1» стало трио Вадим Голубкин, Илья Кучеренко и Егор Баранов. Во второй самой лучшей хоккейной командой стали Яромир Рыженко, Владислав Самойловский и Ярослав Водянников. В перерывах между матчами все грелись армейской кашей и сладким чаем с настоящей военной кухни северных моряков. Ну что же, изрядно подкрепившись, перейдем к семейным командам. Лучшими тут стали семья Коптяевых, семья Ковалевых, семья Порывкиных и семья Поповых. А за активное участие отдельный приз получило семейство Дыбиных. Очень много собравшихся, ребята катаются, отличные позитивные эмоции, молодцы всем. Тебе нравится играть в хоккей? Да. Удовольствие и победа. Мама, всегда папа, рядом. Я спортивная семья. Закрыл праздник товарищеский матч между сборной командой Беломорской военной базы «Авангард» и дружиной «Оборонэнерго», в котором моряки одержали верх со счетом 4-2. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.